Полноэкранное автомобильное зеркало, видеорегистратор Джансита 10 дюймов с двумя камерами 1080 Full HD, наиболее полный и объективный обзор новинки из Китая AliExpress. Появление в 2019 году на рынке полноэкранных устройств на 10 дюймов с камерой заднего вида высокого разрешения Full HD уже серьезно можно воспринимать как полноценную замену зеркала заднего вида. Именно о таком зеркале-регистраторе и пойдет речь в этом обзоре. Среди различных предложений на AliExpress зеркало регистратора Джансита Global Store выделяется наличием в комплекте особо чувствительной камерой заднего вида. Без учета microSD карточки видеорегистратор с суперкамерой стоит около $56. Встроенная передняя камера имеет шарнирное крепление и расположена на выдвигающемся кронштейне. Такое устройство позволяет выбрать оптимальный ракурс для камеры, независимо от положения самого зеркала и наличия на переднем стекле затемненных областей в районе расположения зеркала. Предусмотрена камера заднего вида Super Night Vision. Подсветка в камере не предусмотрена, поскольку камера прекрасно обходится в темноте и без этого. Вес устройства 317 граммов, ширина 250 миллиметров, высота 64 миллиметра. Включение регистратора происходит очень быстро. Всего за пару секунд устройство готово к работе. Видеорегистратор имеет достаточно простой и двухъядерный интерфейс. Среди различных языков есть и русский. Главное меню выполнено в виде плиток, пользоваться удобно даже во время движения. Зеркало-регистратор Джансита 10 может быть использовано как обычное салонное зеркало заднего вида или как экран для показа изображения с задней камеры. Изображение с задней камеры транслируется, как и положено, в зеркальном виде. При движении лишние значки управления убираются с экрана, чтобы не загромождать экран. Переключение вида с камеры осуществляется скольжением пальца по экрану в сторону. Поскольку экран зеркала значительно уже, чем стандартный кадр Full HD 16:9, то все изображение не помещается. Скользящим движением пальца вверх, вниз можно заглянуть в скрытые участки. При включении заднего хода зеркало переходит в специальный режим, включает экран, если он был погашен, и принудительно выводит изображение с задней камеры. Если электронное зеркало Джансита 10 снабдить microSD карточкой, то можно использовать его и как автомобильный видеорегистратор. Система видит карты объемом до 64 гигабайт, но при этом требуются карты классом не ниже 10. Файлы видеозаписи в формате AVI могут быть воспроизведены непосредственно с SD-карты на любом устройстве, и даже телевизоры его прекрасно понимают. При использовании постоянного подключения через прикуриватель или простой адаптер-регистратор теоретически может использоваться для мониторинга на парковке. Для этого даже есть пункт «Меню режим парковки». Итоги. Зеркало-видеорегистратор Джансита 10 можно охарактеризовать, прежде всего, как удобный монитор заднего вида с отличным ракурсом вместо классического салонного зеркала. Кроме того, это зеркало можно использовать как недорогой, но функциональный автомобильный видеорегистратор любительского уровня. Для заказа данного чудо-зеркала оставляю ссылку в описании под видео. Также подписывайтесь на канал, будет много интересных обзоров. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% за покупки в интернете, ссылка в закрепленном комментарии.